Эй, поехали, дружище! Пора убираться отсюда. На панели наград счастливчика доступны новые задания. Если приходится делать больше одного выстрела, значит, у вас в руках явно не Джейкобс. Купи аптечку. Не пожалеешь. Производит отличные амортизаторы отдачи. Позволяющие точно стрелять. Не позволяйте алому копью взять верх. Купите себе оружие лучше, чем у них.
безгранична. Главное отличие оружия Джейкобса – убойная сила. А если честно, что еще нам нужно? Купите Атлант, и вы узнаете, каково это – обладать силой богов.
Хотите выпустить как можно больше пуль за секунду? Владов решит эту проблему. Thank you.
оно того не стоило. Не обязательно быть хорошим стрелком. Достаточно выпустить как можно больше пуль. Логан СИС. Технологии плюс большая емкость магазина равно моя победа. Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами? Довериться всегда можно оружию. Мое!
на 400% круче. Кроме того, Торг производит оружие из нормальных материалов. Сочетает в одном оружии высокую убойную силу, скорострельность и амортизацию отдачи. Дорогое, надежное, легковесное оружие с очень высокой скоростью перезарядки. Тедиор изготавливает простое в использовании оружие. Thank you.
здесь очень одиноко. Медицинского диплома, но если тебя подстрелят, ты не скажешь мне спасибо. Снайпер без снайперского пуля. Не экономит на качестве, производя оружие великолепное во всех отношениях. Смотрите все! Я танцую! Thank you.
постоянно не хватает патронов для любимой пушки. Похоже, вам нужен новый накопительный модуль. Количество ограничено. Да, знаю я этого чокнутого Мэла. Это он крадет мои бегунки и передает их в руки тех засранцев. Передай ему привет от скутера. То есть, как следует, выбей из него все дерьмо. Лады? Thank you.
Отправляемся в путь! Заходи ко мне в лавку, когда будешь в новой гавани. Будет приятно лично с тобой познакомиться. Газам. Пора убираться отсюда. Получили доказательство гибели безумного Мэла. Железяки будут в восторге. Пожалуйста, подождите. Я открою доступ в новую гавань. Скутер просил передать, что у него есть кое-что такое, о чем он хотел вас попросить. Лучше вам с ним лично поговорить. Встретившись с дикими зверями, вы будете... Здравствуйте. На панели наград в новой гавани доступны новые задания. Сложно использовать новые возможности со старым снаряжением. Купите новые.
Кто знает, что вас ждет в хранилище? Лучше лекарство на любой вкус. Хочу сообщить вам, что я приняла решение, которое вам, скорее всего, не понравится. Будучи администратором новой гавани, я несу ответственность за благополучие местных жителей. А это означает, что на какое-то время мне придется закрыть дорогу к убежищу. В соляных равнинах расположился барон Флинт со своими бандитами и адскими машинами. А я не хочу, чтобы мирные граждане погибали при попытке пройти мимо них. Слушайте меня, болотные жители. Опуская детали, которые могут смутить многих из вас, я сразу перейду к выводу. Существование хранилища более чем вероятно. В дополнение к этому факту, который, наверное, прожжет дыру в ваших мозгах, скажу, что хранилище можно открыть только раз в 2 столетия. И это время на подходе. Заходи, я не кусаюсь. Обычно. Говорят, ты ищешь хранилище? Допустим, это не полный бред, и оно существует. Что ты будешь делать с сокровищами? Здесь все равно ничего нет, кроме грязи, оружия и пыли. Мама не в хлеву родила, знаешь ли. Ну, вообще-то в хлеву, но я не об этом. Ты же не веришь в эти глупые россказни о некой волшебной двери, за которой всех нас ждут огромные сокровища, правда? Давай, до встречи! Эй, здесь можно подобрать себе машину. Можно даже раскрасить ее в любые цвета.
Эй, ты что, не видишь мою пушку? Эй, ты что, не видишь мою пушку? Здесь не место одиноким. Если у тебя не будет друзей, на которых можно положиться, считай, что ты труп. Здесь не место одиноким. Если у тебя не будет друзей, на которых можно положиться, считай, что ты труп. Знаешь новость? Ракки Джесса порешили. Ты не знаешь, когда нам воду собираются вернуть?
Черт, терпеть не могу это место! Ты не думаешь, что тут и осесть можно? Нам бы пригодился человек вроде тебя. Чем могу помочь? Эй, ты не знаешь, когда нам воду собираются вернуть? На 400% круче. Кроме того, Торг производит оружие из нормальных материалов. Если хотите первым добраться до хранилища, сперва придется устранить конкурентов. Здравствуй. Если тебе что-то понадобится, дай мне знать. Я понимаю, что вера в невозможное дает нам надежду. Но если бы хранилище существовало, мы бы обнаружили его еще десятки лет назад. Конечно, я не хочу никому отбивать охоту следовать за мечтой. Но искать хранилище все равно, что прийти на чаепитие к скагам. Вам один кусочек или два? Я знаю эту планету как свои 5 пальцев. Если бы хранилище было здесь, мы бы его уже нашли. Чем могу помочь? Пожалуйста, не стреляйте в меня! Пожалуйста, не стреляйте! Пожалуйста, не стреляйте!
незнакомец. Сюда, пожалуйста. Ну, удачи. Если что понадобится, обращайся. Иногда мне кажется, что вы, охотники за сокровищами, просто болваны, гоняющиеся за мечтой. Хранилище не более, чем детская сказка. Невероятно. До сих пор сюда прибывают новые люди в поисках вчерашнего дня. Да нет никакого хранилища. На этом пока все. Ура! Купи аптечку. Не пожалеешь. Мне это. Я нервничаю. Сделай глубокий вдох. Я не могу дышать. Это запись чужого дыхания. А нет. Подделка. Теперь я нервничаю еще больше. Знаешь новость? Ракки Джесса порешили. У одной из сторон обязательно есть преимущество. Сделайте так, чтобы оно было у вас. Thank you.
Ну и ну. Похоже, ты умеешь приспосабливаться. Будь осторожнее.